Всем привет, друзья! Мы находимся в Италии, с вами Саня. Типа, вот она Хмельницкого в Киеве. Бро, maybe we pay for hotel. No! Ты не ожидал? Вот. Привет, Никита! Pineapple in pizza is good? Don't say these shitty things. Итак, брозеры, начнем с того момента, что я опаздываю на самолет. Вы спросите меня: Саня, почему ты тогда не спешишь? Потому что самолет улетит без тебя. Ты сейчас тусуешься, снимаешь видео, но я жду такси. Вот. Ё-моё, вот это туман. Мусора колонну собирали, протягивали вот эту всю. Какие-то издалека что-то мигалки видно. Я слышал еще шутку, что это не туман, а Pfizer распрыскивают. А, да. Так смешно меня ж. Чипируют, говорит, ну за да, нами будут с космоса смотреть. Я думаю, ну блядь, блондинка, кому ты нахрен надо с космоса прямо за ней. Начинается. Все-таки первый раз делаю. Первый раз. Каждое утро я начинаю с дебильных действий, чтобы боженька подумал, что я умственно отсталый и не посылал мне тяжелых испытаний на день. Я надеюсь. Ах, классика. Как мы полетим? Там же, блядь. Аварийный ряд. Самое большое место. Это ног. О, что это такое большое? Так, все, пока сели. Ярдопутка полетает. Мой завтрак в середине дня. Камеру вырубай на. Прикольно, чувствую себя Гарри Поттером. Как будто сейчас вывезут тележку, я попаду в тайную комнату. Всем привет, друзья! Мы находимся в Италии, с вами Саня, и это передача «Орел и Решка». А может быть, даже более увлекательная. Сейчас я вам покажу, что-то вам покажу, поэтому будьте готовы. Прикольные здесь улички, конечно. Очень сильно напоминает Одессу. Или не очень сильно, но прикольные. Говорят, в Италии очень сильно процветает проституция. Но я это проверять, конечно же, не буду. Я сюда приехал по другим целям. 5 евро за манекен. Ему надо разные манекены. Самой главной достопримечательностью Италии является, конечно же, пицца и паста. Прогуливаясь по основных улицах Милана, я ожидал увидеть что-то особенное. Но пока что вижу одну залупу. Короче, впервые всего я зашел в Макдональдс. Сейчас посмотрим, вкуснее здесь или в Киеве, или где вообще. Вот такую нездоровую еду я ем. Картоха, Гранд, Биг Мак. Не знаю, чем он Гранд. Для меня он смол. Какие-то вареники итальянские. И, короче, с нутеллой хлеб. Прикольный обед или нет? Напишите в комментариях. Брозеры, а сейчас я вам хочу рассказать о такой компании, как Force Factor. Я использую их добавки, и одна из них это тест X140 Alpha. Вы должны понимать, что тестостерон – это один из основных гормонов, который отвечает за рост мышечной массы и выносливости. Говоря простыми словами, высокий уровень тестостерона сделает из вас самца, а низкий – более женственным. Если вы чувствуете апатию, слабость или проблемы с эрекцией, не хотите что-либо делать, у вас низкий тестостерон. И в этом случае существуют натуральные компоненты, которые способствуют его выработке. Хочу отметить, чтобы добавки подобного типа сработали как можно лучше, нужно обязательно заниматься физической активностью. В совокупности это даст отличный эффект и хороший результат. Вот эту добавку вы можете заказать на iHerb. Ссылочку я оставлю в описании. Ничего сложного в оформлении нет. Выбирайте товар, способ доставки и адрес. И примерно через одну неделю, ну лично мне так пришло, сможете оценить все плюсы этого топчика. Вне зависимости от того, чего вы хотите достичь, Force Factor может помочь вам раскрыть ваш потенциал. Цены топовые, я советую заказывать там. Все необходимые ссылочки в описании, а мы едем дальше. Вот эта штука, и они предлагают есть картошку. Что за handmade? Сейчас немножко попранкуем моих друзей, к которым я направляюсь.
поэтому не все шутки должны заходить, правильно? Я от вас такого не ожидал. В этой части Милана я еще не был. Типа, вот она Хмельницкого в Киеве. Проверяем зум на айфоне. Саша, Орел и Решка сейчас находятся в центре Милана. Вот такую вот красоту вижу. Прикольно, интересно, едем дальше. Саси, Саси. Все правильно. Боми, Осипа, Боми. Боми. Yes. What is it? Albania. Albania? Pure Albanese. Вот это, конечно, разрой Сарашен. Даже в Италии уже построили. А говорят, наши ничего не могут. Простите, я набрал. Сейчас буду искать Кадима. Это парень прикольный, надеюсь, он вам понравится. Он работает в футлокере, но людей здесь просто пиздец. Столпотворение коронарных бактерий. Мы забыли магазин Кадима. Вон Кадим стоит. Сейчас попросим у него вот эти допустим кроссовки. Sorry. Sorry, you come? This shoe's my size. О, Алекс. Yeah. Удака. Go on that. Why? Look this. Oh. Nice. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Вот это оно, вот это я понимаю. И ты? Dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 fino come una foglia, foglia, foglia. Vieni la pista, quando vicino alla grilla. Там даже висит колечко, походу стандарт. Когда-то был я, как вот этот парень, мечтал быть выше. А вот это очень прикольная тема. Нужно померить, какая у тебя рука. У меня, походу, такая, как у Джона Уолла, но до Кевина Дюранта явно я не дорастаю. Пола Джорджа сильно маленькая какая-то рука. The same size? Almost like Kevin Durant. Враньё! Six and a half hours later. Let's go! What's up, guys? I'm Alex. Nice to meet you. Это знают даже дети. Алекс, nice to meet you. Oh, sheesh. Oh, you have two cords. Yeah. Oh, this is a jerk. Oh, that's easy for you. Without warm up? Yeah. Really? And windmill with between me, the legs? With me, with me. Really? No. Bruh. My life. Okay. Okay. Whoa. Without warm up. Woo. Okay. Okay. Eight. Nine. A few moments later. Okay, this is the moment. What are you doing, bro? Of check-in. What is it? It's the check-in. Black guy broke the door. Regular in Italy, right? Regular. Ah, okay. По старинке, да, как говорится. Okay. But this? Wow. Okay. Я не знаю, что я хотел открыть. Поедино сириста вичино лама. Это жестко. This is a selfie lamp. Yeah. Бро, походу кто-то здесь был до тебя. This is the second step. Okay. Second step of chicken. Yeah. То есть просто заплатить за отель нельзя было. Бро, maybe we pay for hotel. Finally. Okay. The best room in Italy. What's up, y'all? Big Snoop D-O double G. I want to welcome y'all to my house. Do you know Crips on MTV? Crips. MTV? Nice mirror for slim boy, you know?
Like coffee only with ice cream in Italy, you know? Yeah. Where is my ice cream? This is not an ice cream. Not. Marmellata. Tu sai cos'è il marmellata? I know. Marmellata. Marmellata. Yeah. Oh. Ну конечно, зеркало большое. Здесь поместится человек 10. А там для худых. Съедем поесть что-то и будем готовиться к завтрашним соревнованиям выступлению, поэтому... Ну что, let's go. Что мы поедим? Я. Паста или пицца? Паста. Сейчас будем есть пасту. Любимое блюдо вот этого парня. Сейчас буду есть как вот этого чувака. Облагать. Облагать пасту. Там что-то чудесное, прекрасное. Что это такое? Вау! 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 The same! The same! Not the same. Сейчас ты говоришь, что надо вот это отрывать и ложить туда. Серьезно? Yeah! No! Yeah! Скуса! Adesso lo chiediamo. Questo lui lo sta mangiando così, si può mangiare? Sì, fresco. Ok, mettilo, c'è una che è arrivata. Так все-таки да или нет? See or not? Yeah. Ok. Take it. Прям из вазона. И прям сюда. Из вазона. Wow. Сюда. Wow. Let's go make a shot. Easy, first try. Hey. Woo! Wow! Let's go! Ребята, перебирали с Кадимом вот коробки. 16, 18, 36 сантиметров. Это что такое? Это наша кило, короче. Шакила Нил Шуз. Коробка как от холодильника. Опасно. А ты не ожидал? Вот. Итак, сейчас поедим пиццу с салатиком. Лоренцо на деловом, Кадим на джампмене. Джампмен, мэн. Бон аппетитто, рагацци. Бон аппетитто. Найс. So nice. And orange juice. Oh yes, high quality vlogging. I'm not the perfect pizza, but of course, compared to international level, still okay. Ребята, ну это что за чем-то? Будем здесь выступать? А ты что? Кольца? Они не ниже стандарта, это 100%. Пойду на вот это кольцо, будем прыгать. Проверял кольцо, нормальное вроде. Сумасшедший. Here we go. Yeah. No! No! What's up, bro? How you doing? I'm good, you? I miss your ass. Oh, I miss your ass too. It's a lot of time. Новая площадочка. Сейчас попробуем. Данки без разминки, как проходит. Итак, для моего влога специально забиваю без разминки далеко на фарте. Let's go flex. Yay! Oh! Yay. Oh!
That's around. Обсуждаем данки, которые будем забивать на шоу. Over you two standing. One, two, three. Double. Look this shot. You stupid miss. No. Yeah. Алекс, look this shot. Да, специально для Сани бросок. Да, и... You don't respect me. Headshot. You don't respect me. Перед шоу вышли немножко проветриться, yeah. погулять на Черную пятницу, поэтому... Борили. Yeah. Вот. Борили. Сейчас вот этот вот парень расскажет несколько слов на русском. Братан, привет, Никита. That's nice. You have to teach me something. Крокодила. Итак, ребята, что вы знаете на русском? Русская? Let's go, Russia. Русская? Привет. Братан, сука, блядь, а? Я очень рад видеть мой братан Олег Закаров. О, на. Let's go. What is it? Let's go. Pineapple in pizza is good? Come on. Don't say these shitty things. Kadim, yo. Pineapple in pizza. Yo! What the hell? It's gonna flow kind of quickly. Italy's getting in the rhythm. Italia, man. Really good dancer. Итак, брозеры, движется время выступления. Оно будет длиться всего лишь 8 минут в шоу перерыве между четвертями. За это время мы должны успеть забить. Два данка забиваю я. Давай. Два данка забиваю я. Два данка забивает Кам. И Кадим забивает тоже два данка. А мы перемещаемся в Дому Хаус, где мы будем делать ветер. Там я планирую использовать силу ботана. Получится или нет, смотрим дальше. Собрались ребята, которые хотят поиграть со мной в баскетбол. Они видели мой YouTube-канал, но они не верят в то, что когда я надеваю вот эти вот очки, у меня начинает все получаться. You don't believe in nerd? Bro, you don't believe? No, I don't believe. Парни разминаются, я тоже разминаюсь. What?
like 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. Don't be used as easy as a lady. Coca-Cola with Red Bull. This is Brezaola. Brezaola. It's the moment. Что ты будешь плакать за мной? It's the moment to cry. Don't cry. Don't cry. See you, bro. Итак, бразеры, вот такое вот получилось путешествие. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, нажимайте на лайк. За репост не сажают. Пишите свой приятный комментарий. Я с вами был Саня. Увидимся в новых крутых видосах. For free.